качестве цели. Для начала включи фиксирование на портрете в настройках. Отлично. Фиксирование на портрете включено. Теперь разберемся, как фиксировать противников в качестве цели. Коснись портрета вражеского чемпиона. Замечательно. Вражеский чемпион зафиксирован в качестве цели. Теперь твои автоатаки будут в первую очередь поражать зафиксированного чемпиона. Пришло время, пора спрячься. Теперь твои умения будут в первую очередь поражать зафиксированного чемпиона. Теперь нужно научиться снимать фиксирование. Коснись портрета чемпиона, что... Отлично! Фиксирование на цели отменено. А теперь одолей Эш, используя фиксирование на портрете. Вали! Поздравляем! Обучение завершено. Теперь потренируйся в настоящем матче.